мы снимаем. На видео. Мы со стороны потом послушали. Да? А что ты меня снимаешь? Ты же начинаешь. Давай. Что? Сразу же монтируют клип. А, стой? Да. Ну что? Готовы? Да, мы готовы. Вы готовы? Да. 3, 4. Потянуло дымком с родины. Неужто готовит плов? Человек я восточный вроде бы. И скажу, плов начнется с дров. Во дворе растет трава, на траве лежат дрова. Расколоть их надо бы сперва. Полыхает огонь радостно. В казане масло шкварчит. Друзья в предвкушении сладостном. Чай горячий в пиалах журчит. Вот сиреневый туман, не похожий на обман, миг окутал наш казан. А теперь поймаем барашка мы. Но он что-то не хочет в плов. Он сердешный, лежит вверх тормашками. Хочет жить он, ясно, без слов. Без барашка плов не съесть, но на рынке мясо есть. Такова благая весть. Куркается мясо, да в маслице, в окружении лука колец. Как же мне аромат этот нравится, но это еще не пловец. Нам нужна еще морковь, только желтую готовь. Все решает глаз, а не бровь. Рис ложится в казан с гордостью. Он тут главный, ему не перечь. Каждый воздаст ему почести и выскажет лестную речь. Плов готов, за стол скорей, гостю каждому налей, и от тоста станет веселей. По числу друзей всегда пусть готовится еда, ведь душа восточная щедра. Готов, за стол скорей, гостю каждому налей, и от тоста станет веселей. По числу друзей всегда пусть готовится еда, ведь душа восточная щедра. Ведь душа восточная щедра. Ведь душа восточная щедра. Разве... Уже вступил, да? Я считал. Давайте соло. Давайте еще соло. Раз. Может, соло начнем?